высшее образование. Это высшее образование, да? Вот же ГИМО, второй курс магистратуры, наш Тулиген, будущий министр иностранных дел. Да-да, пришел ко мне гость. Я всегда так радуюсь, слушайте, ну просто невозможно. Такой человек. Всем привет. Такой важный. Ну давай рассказывай, что ты хотел. Сегодня я хотел рассказать про человека, который на весь мир известен тем, что не боится холода. Его зовут Вим Хоф. Так. И он из Нидерландов. Так. Ну, известный как ледяной человек. На морозе ходить, да? Или там в воде? Он не просто может на морозе ходить, да. Он рекордсмен. Сюда смотри. Он рекордсмен. Да. Известен как ледяной человек. Тобой. Известен как ледяной человек. Да. Но. Благодаря своим способностям переносить крайне низкие температуры, что подтверждено его неоднократными мировыми рекордами. И как он это делает? Пробыл 120 минут в прозрачном кубе, наполненном холодной водой со льдом. Взошел на французский Монблан, будучи одетым в шортах. Ну, это гора. Ты видел мою картину там? Вот, кстати, картина крутая, да. Нет, это очень сильная красивая картина. Девочка. Да, а вот это у меня, знаешь, смотри какая, танцующая в марте, смотри, танцующая в марте. Смотри какая картина, да? Ну такая, да, цвета. Классная, приятный, да? Глаз радует. А смотри как. Не совсем, не сразу понятно, что там нарисовано, но видно лицо. Вот так, конечно. Но глаз радует, приятные такие цвета. Ну конечно, ну прямо это танец в марте, это вообще. Ну давай, расскажи. Проплыл около минуты под льдом замерзшего озера, пробежал марафон за полярным кругом. В общем, ребята, этот человек изобрел свою дыхательную систему. Ну, в общем, все началось с того, что ты в 95-м, покажи. В 95-м году он лишился жены и начал. Ты так сделал, да? И начал бороться с депрессиями и изобрел свою дыхательную практику. Да. Ты так сделаешь, покажешь нам сейчас, сколько она занимает времени? Минут 15-20. Ну, ты просто одну минуту покажи. Одну минуту, да. Да. Вот, дело. Это сидя стоя, лежа на одной ноге. Желательно лежа, лежа на кровати, на диване. Нужно вдохнуть полной грудью, полностью вдохнуть. Выдохнуть, ну, так, сколько выйдет воздуха. И так 30-40 раз. Ну, кошмар. Через нос надо дышать? Без разницы, через нос, через рот, как угодно. Ну, вообще-то надо всем всегда дышать только через нос. Ну, в условиях потому что у нас специально для эпидемии лучше через нос. Там много чего, что всегда надо через нос. Да. Меньше болеть будет. Это делаем 30-40 раз, после чего на минуту или на полторы задерживаем дыхание. Ну, как получится, как сможете. На минуту, на полторы, может меньше, может больше, может на 2 минуты. Ну, и что потом? И после этого один раз вдыхаем глубоко. И опять на 10-15 секунд задерживаем дыхание. Это... Они посмотрят нам, где это можно посмотреть. Да, это есть видео с Вим Хофом, и мы вам оставим ссылку под видео. Да. И что потом бывает в этот момент? И в этот момент бывает, ну, чувство такого легкого опьянения. Ну, чем-то можно сравнить с перезагрузкой, возможно. Да. Освобождаешься от всех мыслей. Да. А ты ключом пользуешься, ты говоришь, с разгрузкой по ключу, да? А если ты перед разгрузкой сделаешь 10 отжиманий или приседаний, у тебя будет такой кайф. Перед разгрузкой, если да, если 10 отжиманий делаешь, у тебя руки взлетают, легче намного. Чтобы контраст был. Ну, мы об этом на наших вебинарах говорим, там посмотрите. Слушай, ну это интересно то, что ты рассказал. Потом техника ДПДГ рассказать. Давай, рассказывай. Потом есть такая техника ДПДГ, которую изобрели. Это же надо, где учится будущий министр иностранных дел. ДПДГ знает. По-моему же это метод Шапиро. Фрэнсис Шапиро. Ну да, конечно. Ну касается, ты все знаешь, но тем не менее я расскажу. Я все знаю, но вот это я же профессионал. Вот, это американская психотерапевт, психолог. И она изобрела эту технику, наблюдая за животными. Заключается в том, чтобы глазами, как это называется, водить по горизонту. Короче, я расскажу быстрее. Давайте покажешь. В журнале «Шпигель», по-моему, в немецком, было, как это совпало с великой американской мечтой, что можно простым действием решить серьезные вопросы. И она заметила, оказывается, что когда она шла по парку,
А у него болела голова, а потом она через некоторое время заметила, что голова совершенно перестала болеть. И вот она потом вспоминала, что же она такое делала, что вдруг она перестала. А там мелькали лампочки там или еще что-то такое. И она, кажется, делала какие-то колебательные движения глазами. И она придумала эту методику. После этого стали там заниматься этим сотни людей, $70 они брали за человека. И она за год, по-моему, стала миллионером долларовым, потому что она научила сотни людей, да, просто двигать глазами, туда-сюда. Ну, покажи, ты мне... Да. Потом это разновидности пошли разные, институты стали создаваться, и в Германии, и здесь стали создаваться институты по методу, потому что она выводила этим из депрессии и после психических травм. Это помогает бороться с психологическими травмами. Ну, от сложности зависит. Да. Кому-то помогает через несколько. Там. Да. Ну, ты покажи, как ты видел, какую модификацию. Я видел модификацию, это в Ютубе есть много разных модификаций, но они заключаются, как правило, в том, что по горизонтали точка. Короче, человек сидит... Да. И наблюдает точку по горизонтали, ну, это которая движется. Пациент сидит. Пациент, да. А врач или психолог вот так вот, как да, маятник, вводит вот, пальцами, покажи, я буду смотреть, да. Пальцами вводит, и вот Тулиген сейчас за пальцами моими, туда глазками, сюда глазками, туда глазками, сюда глазками. И там амплитуда побольше, по-моему. Ну давай больше сделаем, я же просто показываю. Образно показываю просто. Да, ну по идее-то вот что, это же маятник. Маятник, да. Обычный маятник, когда тик-так, но маятник когда работает, когда помогает, когда твоя частота совпадает с частотой маятника. И здесь то же самое, самая главная идея в том, что это есть повторяемое действие, что такое? На самом деле повторяемость внимания, да? Только для разгрузки же проще. Стоишь, вот так делаешь, вот так, то же самое, и думаешь, о чем думается. Повторяемое движение снимает напряжение. Чем отличается разгрузка от метода Шапира? Разгрузка-то универсальная. А Шапира там надо, чтобы сидел человек, а потом они стали модифицировать, можно, оказывается, не глаза, а вот так вот, похлопыванием туда-сюда. Ну, главное внести внимание. Ну, а ты вот так думаешь, о чем думается, пустил мысль на самотек, да, переживаешь. Самое главное при разгрузке, это ключевое, надо не перебивать текущий процесс. То есть, если ты переживаешь, если тебя трясет, у женщин как они начинают делать, им плакать. Надо трястись, надо браться за голову руками, выть, вот так стонать. Это же инстинктивные действия человека. Среднестатистически инстинктивные действия человека, которые помогают сбросить стресс. Да, если человек моделирует эти инстинктивные действия сознательно, делает разгрузку сознания, как дети делают. Дети тоже так делают, шалтай-болтай у нас остается. Если он сознательно делает человека, у него что получается? Он сознательно позволяет себе переживать, делая на фоне повторяемых движений. Самых простых, которые он подбирает. Ты не заснул, нет? Нет, я заслужился, ну молодец. Я шучу, ты же знаешь, я шучу. И вот послушай, делает, переживает. Если хочется плакать, плачет. Хочется смеяться, смеется. Хочется добавить какие-то движения, добавляет. Если это неудобно делать другие, но мы там на вебинарах показываем, какие варианты существуют, чтобы человек подбирал свой вариант. Самое главное – подобрать именно свое. Индивидуальное упражнение для разгрузки. А потом сел, вот так задумался, пустил взгляд на самотек, мысли на самотек, состояние свободного сознания. А здесь как раз таки взгляд рассеянный, и вдруг какой-то момент голова прямо такая. О, вот то, что ты рассказывал. Без вот этих дыхательных упражнений. Просто стоишь, вот так делаешь, думаешь о своем и переживаешь о своем. Это же разве не научное чудо? Когда ты переживаешь о своем, не мешаешь себе переживать. Просто на фоне простейшего действия, которое себе подбираешь, по скорости автоматизации начатого действия, то есть по скорости вхождения в ритм.
Если тебе это нравится, делай так. Тебе нравится вот так делать, делай так. Это уже лыжник упражнение. Ну, там много упражнений в ключе. Да, слушай. Вот интересная вещь я рассказал. Вот как видно на контрасте, какие там сложности в этих методах. И как проще для всех, для любого человека, от детей до взрослых, просто стоять вот так, делать. Плакать, если хочется плакать, пожалуйста. Хочешь смеяться, смейся. Потом сидишь и вот так задумался. Стадия после действия. Ну, то есть вся технология, техника там есть. Ну, давай. Еще расскажи что-нибудь. Кстати говоря, насчет холодовых вещей. У меня же была книжка «Где взять силы для успеха», там «Короткий путь к высоким достижениям». Там как раз я разбирал случай, когда я изучал, как йоги холод переносят. Mm-hmm. Это тебе будет интересно. Холод переносит, и как, собственно говоря, я там дискутировал с человеком, который говорил, что он делает специальные упражнения, чтобы потом в холоде быть, на морозе быть и так далее. Я ему сказал, ну да покажи. И он стал делать задержками дыхания, упражнения там всякие такие. Я говорю, так ты же просто в транс входишь. Ну, наверное, говорит. А у него там техника какая-то была. Дышать. Зачем, я говорю, руки разведи, в ключевом стресс-тестом. Отпусти себя вот так вот на самотек. Что хочется тебе при этом делать, как космонавт полетаешь. И пожалуйста, холод переноси любой. Самое главное – сознательное использование бессознательных, инстинктивных, защитных, рефлекторных действий, сознательное использование, позволяет вырабатывать навыки, чтобы человек потом мог без всяких этих упражнений в любой момент себя переключать. Я понятно рассказываю? Да. Ну, теперь ты точно будешь министром. Ну, спасибо. Молодец какой. Ну давай скажи, что ты. Ну да, и также Вим Хоф рекомендует обливаться холодной водой 30 да? секунд. Что ну, это? Максимум. Да. Слушай, я пробовал. Это очень тяжело, если держать над собой душ. Да, слушай, я даже пробовал 10 секунд. Такой. Слушайте, друзья, поймите, что все, что можно сделать с холодным душем, все, что можно сделать с лыжами, все, что можно сделать с бассейном плавать, можно просто моделировать без холодного душа. Что холодный душ вызывает? Ну это тоже... Холодный душ что вызывает? Ты когда на себя холодный идет, ты напрягаешься, правильно? Напрягаешься. Так можешь без душа, раз напрягся, как следует напрягся, ну, и промоделировал это, и тот же самый эффект да. получается. Ну промоделировал, твой способ, он выше, понимаешь? Да, конечно, но чтобы до него выше. Дойти... Не может, потому что мой способ, да. а потому что он правильный. Да, ну он... может быть кому-то надо попробовать это через душ контрастный. Правильно, как ступень. Пожалуйста. Я вот так считаю. Потому что когда ты на себя поливаешь холодной водой, да. то тоже все мысли отпускает. Абсолютно правильно, ты не думаешь поэтому ничего. Ключ 2, а если какой-то стресс тяжелый, да. попробуй холодной водой построить, 10 секунд и... Поэтому ключ 2 основан именно на моделировании того, что есть на самом деле в опыте человека. А, и... ну вот, да. Да, только без этих атрибутов. Это все равно, что целый спортзал в кармане. Когда надо, вытащишь. То ты замоделируешь это. Ну ладно, это у нас на вебинарах все. Но это суперская вещь, и ты правильно сказал, что это лучший метод. Не потому, что это я придумал, а потому, что сама природа это придумала. Именно потому человеку под холодным душем он испытывает такие состояния, потому что холодный душ вызывает резкое напряжение. Резкое напряжение, после которого это все равно как прорубь, да? Ты в прорубь окунулся, но ты когда в прорубь окунаешься, ты же себе представляешь, зачем ты это делаешь. Чтобы закаляться, чтобы там здоровым быть, да? Чтобы потом себя хорошо чувствовать, да? Да, да. То есть создал образ будущего себе. Ну ты знаешь, я тебя перебью. А потом создал сильное напряжение в прорубе. И вот этот образ будущего, который ты создал, соприкоснулся с сильным напряжением, и ты потом вышел, у тебя такой кайф. Вот оно, вот эти вот механизмы, ну это же механизмы работы. Ну лично для себя я вот провел бы параллели, ты рассказывал метод Станиславского, когда они тяжелый рояль пианино поднимали, да. и тогда никаких мыслей посторонних. Потому что я, все внимание да, было на то, чтобы поднять. Да, да. И им вопрос Станиславский задают простые вопросы, а они ответить не могут. Я бы душ рояль поставили, сравнил, сразу голова заработала. Сравнил бы с этим роялем. Душ. Правильно, молодец. Вот. Все, никаких мыслей в голове. Слушай,
Я вот думаю, почему ты быстрее всех станешь министром иностранных дел, потому что они таких простых вещей не знают. Спасибо. Не, на самом деле, вот ему, например, надо душ принять, а времени нету. Так он же может взять за 5 секунд смоделировать это. Ну, твой метод, он для интеллектуалов, для таких... Как ты. Спасибо, конечно. Ну, конечно. Но не каждый так это может быстро освоить, понимаешь? Правильно. Это надо через душ попробовать, что-то какие-то другие. Это метод для интеллектуалов, это метод для почемучек, потому что только почемучки становятся великими. Поэтому мы с тобой друзья, потому что ты, Тулиген, столько смотришь разных методов. Поэтому я тебя очень люблю как человека, когда ты придешь ко мне то АПДГ, то ПТКБ, то еще чего-то, то еще методы дыхательной гимнастики. Ну, ты все это мне показываешь, а я тебе тут... Ты это все знаешь. А я это все знаю. Ну, потому что я уже таким в твоем возрасте был, а ты еще в моем возрасте не был. Потому что это твоя профессиональная деятельность. Ну, конечно, куда это? Это твое будет? Увлечение, ты это все знаешь. А теперь ты, ты интересуешься. Вот ты мне сегодня задаешь вопрос. Слушай, ты знаешь такого деятеля, который такой супердеятель, который там создавал всем эти самые, ну как это вот, без, не называя имени, вот кого ты спрашивал, что он создавал там, пиар или как это? Да, Ельцина, потом еще без компании. Как это, только без имени. Помогал проводить выборные кампании, предвыборные кампании. Предвыборные кампании. Да. Он очень известный, самый, возможно, известный на всю Россию пиарщик. Он помогал провести выборы очень большим, больших политиков. И это, как оказалось, ученик Хасая. Нет, слушай, ну, мне тоже дед говорит, ты знаешь, вот я там смотрел такой, я говорю, это же мой ученик. Да. Он говорит, ну ты дядька такой, ну ты даешь. Ну говорит, ну зато ты мой друг. Я говорю, конечно, этого не отнимешь. Факт есть факт. Да, ну что делать? Поэтому мы и дружим, независимо от возраста, независимо от того, что он будет будущим министром иностранных дел. Тулиген, в прошлый раз тот с шашкой был. Ну, вы посмотрите на нас. Вообще, Тулиген вообще очень такой толковый парень. Да. Ну, не хочу излишне захваливать, потому что все девушки в тебя влюбятся. Но они и так видят, что ты красавица. Так что, ну, ладно тогда, ладно, друзья. Давайте всем пока, раз, друзья. Вы другую тему затеем. Меньше говорить, чем сегодня. Будет говорить только Тулиген. Хасай на самом деле очень скромный. И смотрите Хасая. Задавайте ему побольше вопросов. Да, конечно. Я буду меньше говорить. Но Хасай очень много знает и очень много знает личностей. Да. Во, дипломат, видите? Потому что ГИМО на втором курсе магистратуры. Где тут кнопка нажимаешь?